Приветствую вас, дорогие друзья, с вами канал «Китай стал ближе», и сегодня у нас на распаковке обалденная посылка. Обалденная она потому, что давно я хотел себе заказать колонку, но не обычную, какую-нибудь хорошую, ну более-менее так дорогую колонку. Итак, эта колонка пришла. Пришла она не просто почтой, курьерская доставка, компания SDEC. Приехал курьер, передал, вот так вот все упаковано. Ну что ж, дошла она быстро, дошла она где-то за 2 недели. Я вот прям не терпится мне ее распаковать. Давайте распакуем. Да, коробочка, а в ней еще одна коробочка и плюс еще... Пускай неаккуратненько, но затянуто целлофанчиком. Давайте снимем этот целлофан. 3D Bluetooth NFS спикер. Ничего не понимаю, 40 Гц, 85 дБ. КР 88 200. Ну что ж, давайте откроем ее. Так, она упакована, довольно-таки тяжелая. Опа! Значит, коробка, с ней инструкция, и вот еще коробочка. Давайте посмотрим, что в этой коробочке. В этой коробочке USB провод, аккумулятор телефонный, такие раньше в Nokia были, и шнур подсоединения через наушник, через спикер, через наушник. Давайте посмотрим саму колоночку. Вот такая вот, классная, офигительная коробка, soft touch пластик, то есть она не скользит, ничего, прям круто, желтого цвета, прям, ну не знаю, я весь на эмоциях, все как хотел. Давайте ставим аккумулятор. Прям классная колонка, мне прямо радует. Вот так вот. Ну что ж, пробуем включить. А, зажглась. Значит, зажглась колоночка. О, разговаривает. Итак, дорогие друзья, поскольку я не могу подключить Bluetooth, поскольку я сейчас снимаю на телефон, а второй телефон у жены, жена на работе, давайте попробуем подключить. Вот у меня есть служебный телефончик, на нем есть пару песенок, давайте попробуем подключить его. Включился. Так, значит, от телефона он работает. Давайте попробуем подсоединить еще USB плеер. Посмотрим, как он работает от плеера. Плеер у меня Велкман. Так что давайте посмотрим, будет ли он работать от моего Велкмана. Ага, он не лезет туда. Вообще замечательно. О, залез. USB mode. Я куплю себе новую жизнь. Долго очень думает по USB. И ничего интересного, еще плеер заряжается от него. О. Весь свет.
Ну и на этой радостной ноте закончим сегодняшнюю распаковку. Я зажигаю, я хочу танцевать, и как мне... И что я вам хочу сказать, колонка меня очень порадовала, очень офигительная колонка. То есть от USB работает, от шнура работает. Bluetooth, к сожалению, не могу сейчас подключить, поскольку снимаю на телефон, еще раз повторюсь. В принципе, все работает, все, заходите в описание, ссылку оставлю в описании, комментируйте, высказывайте свое мнение, а в следующем, в ближайшем видео, я сниму обзор более подробно по этой колонке, и мы ее сравним с моей колонкой, которую я покупал отдельно в Эльдорадо. Так что до следующих встреч. Все, спасибо. Всем пока.